Гасанов ведет борьбу с двумя игроками «Динамо». Получается откинуть шайбу на защитника. На ложном замахе убирает своего оппонента Андрей Шефер. Уезжает за ворота и великолепную шайбу забрасывает в ворота московского «Динамо». 1-0 в пользу «Югры». Гол имени Андрея Шефера. Великолепнейшая просто шайба. Принимает поздравления от своих партнеров Андрей Шефер. Ну вот посмотрите, от одного игрока ушел, от второго за ворота. Еременко не успел закрыть правый от себя угол и туда как раз направил шайбу Шефер. Здорово.